покажу вам красоту природы. И хотела бы уточнить, я это видео снимаю специально для Паши. Паш, привет! Это видео для тебя. Спасибо за дружбу, за предложение разного рода помощи. Я думаю, что общение наше с тобой продолжится, и помощь, возможно, пригодится. Вот. Сейчас покажем тебе, где мы отдыхаем. Для всех зрителей, конечно же, тоже. Мы сейчас находимся на реке Завец, напротив дубовой рощи. Полдня, сразу говорю, кстати, ничего не делали вообще абсолютно. Приехал на... Да, сегодня очень жарко, в тени. Утром в 8 утра было плюс 26 градусов. Представляете, что было днем. Мы приехали на великах, я еле доехала вообще. Очень тяжело было ехать физически. У меня велик еще вон он, там сзади. Не спортивный, без переключения скоростей. И я очень сильно устала. Нагрузка большая, и прям стяжка мне далась эта поездка. Вот, а сейчас жара спала, солнце у нас, слава богу, ушло. Я даже маленько сгорела. И придется вечером мазаться кремом. Сейчас получше ветерок, видите, дует. И мы с ней отдыхаем. Решили прокатиться на велик. Вот, смотрите, какая красота. Пошла река Совец. Она сейчас на разливе. Но вода уже немного сошла. У меня есть видео разлив реки Вжолны. Там она побольше. Сейчас немножко так спала. Смотрите, какая красота. Мы вот на обрыве. Там, да, я такая красота. Там дальше бездна. Я говорю, такая красота. Я предлагаю Ксюше полазить по этому дереву. Там наверху, видите, какие-то доски. Все-таки кто-то додумался. До нас. Не выдержат. Боюсь, что рухнут. Ой, я прошу прощения за качество звука. Ветер сильный. Да мы еще сидим на возвышенности, на берегу. И, наверное, будут помехи сильные. Ну, если ничего не слышно, любуйтесь. Паш, посмотри, как красиво. Как в сказке. Я прям как из сказки. Мусор, конечно, попадается. Там гремит гроза. Там все почернело вообще. Я подозреваю, сейчас мы либо под ливнем поедем, либо успеем до грозы. Вот хотел заснять. Красиво очень. Вот так нас ловят рыбу. О, у него там пакетик, там рыба шевелится. Сбоку там. В пакете рыба. Да, там в пакете рыба. О, что-то тащим, тащим. Нет, ничего нет. Смотри, тоже как красиво. Разлив. Это мы с Ксю на бетонном мостике. Через Совет. Своя какая-то атмосфера, да? Я тоже здесь рыбу ловила когда-то. Вот там берег был. И довольно-таки неплохо ловилось. Надо же, у них специальные какие-то штанишки, чтобы не промокнуть. Ксюша интересуется, кто там в болоте ноет, говорит. Здесь звуки такие. Я говорю, это лягушки водяной. Смотрите, какая красота. Я вам что хотела показать. Мне Ксюша, конечно, тоже очень сильно красивая. Смотрите, что это? Яблоня, что ли, не знаю. Яблоневый цвет, наверное. А, боже, там началась гроза. О, боже, надо сматываться. Слушайте, там реально гроза. Мы хотели доехать до этой... Что там, водонапорной башни, что ли, или чего? Но, мне кажется, надо назад быстрее. Да, надо назад. Еще раз сниму, красота. Все цветет сейчас. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Единственная колонка в Вжолны. Ксенька, елочка, какая красота.
Холодная? Ледяная. Водички набираем, сейчас умоемся. И, Паш, тебе хотел тебе показать, смотри, какая там идет гроза. Кина не будет. Наснимали сколько смогли. Посмотри, там уже молния грохочет. И это прям нас догоняет. Я думаю, что мы сейчас быстренько переоденемся и погоним до дома. Мы уже в том году, есть тоже видео такое, у меня попадали с ней под ливень. Это был кошмар, конечно. Доехали все сырые. Я калели. Вон, смотри. Что-то не грохочет, кстати. Нету молнии. Как я считаю... Да. Вот такая страшилка у нас за окном. Мама, дом гремит прям. Там идет жуткий ливень, гроза. Раз, два, три, Ксюша считает четыре, километры. Пять. В скольких километрах от нас гроза? 8, 9, 10, 11, 12. В общем, мы 13. Лежим в потемках, свет боимся включать, короче, потому что все моргает, все сверкает и грохочет, и боимся вообще. Вообще, короче, лежим и боимся, не знаем, что делать, самое главное, потому что на великах ехать. О, боже, вы видели? А, мамочки, как страшно, боже. А вот сейчас где-то прям около... Мамочки. Надо выключать камеру, нас сейчас убьет. Мы с Ксюшей возвращаемся через парк Утиное озеро. И здесь прошла буря, ураган. Смотрите, что творится. Смотрите, как красиво здесь после дождя. Солнце почти уже в закат уходит. Лужи, трава такая зеленая-зеленая, кругом капельки дождя. Очень красиво. Ксюша там фотосессию делает. Ну, потому что вот очень красиво, реально, вообще. Все-таки обожаю я этот парк. Ой, чуть велик не упал. Такое ощущение, как вот в лесу находишься, но в то же время такая красота, такой благоустроенный. Ксюша пытается шишки, слетевшие с деревьев, сфоткать. Пришлось аж чуть не лечь на асфальт. Вот такую красоту показать хотелось вам. Ксюшка нафоткала. Смотрите, здесь тоже все цветет. И вот, наверное, на этой красивой ноте закончу видео. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на наш канал. Не жалейте лайков. Пишите комментарии, отзыв о видео. Все, всем пока.